Друзья, наидобрейшее всем вам времени суток. Как всегда, с вами Док Браун на микрофоне. И у нас сегодня первый взгляд на буквально вот только что вышедшую Ни на Куни 2. Возрождение короля. Сразу скажу, нас ждет с вами потрясающее путешествие в невероятную историю, которая безумно хорошо сделана, просто прекрасно выглядит и имеет просто невероятно увлекательный сюжет. Я уже немного игру попробовал, у меня пресс-версия, и я уже могу сказать, что она мне очень-очень понравилась. Надеюсь, понравится и вам. Давайте начинать. Новая игра. Где-то далеко-далеко от привычного нашего мира есть другой мир, не похожий на наш. История того мира — это история войн и распри, где слабому не место под солнцем. В конце концов, осталось несколько могущественных королевств, и наступил смутный век взаимной ненависти. Это история о великом короле, сумевшем изменить этот жестокий мир. Я практически уверен, что никто из вас сейчас не ожидал увидеть кортеж президента США, правда? Вот я практически уверен, что ну никто этого сейчас не ждал. Президент Крейден, мы почти на месте. Глава первая. Переворот в Коронелле. Все приготовления завершены. Ну что ж, тогда начнем. Замечательная погода. Этот шум. Ох, что произошло? Я Эван Дорис фон Няндал, король этой страны. Кто ты? Отвечай. Я бы сам хотел узнать. Что это за место такое? И что это со мной происходит? Озвучка и перевод несколько разнятся. Стоять! Стой, я сказал. Короче, голова раскалывается. Так, ну-ка. Черт, вне зоны действия. Кажется, я ехал на саммит, а по пути... Тогда что это? Сон? Или... Кто-нибудь, схватите этого разбойника! Что случилось? Почему никто не идет?
Альмин, Альми, ты здесь? А, да, подготовка к церемонии. Прости, малыш, мне сейчас не до игр. Excuse me. Да как ты смеешь? Я же сказал, я король. Хорошо, как скажешь. А могу я тебя кое о чем спросить? Я умер? What? Чего? Что за бред? Вау. What the? Что-то взорвалось. Это все твоих рук дело. Ладно, давайте абстрагируемся и будем рассуждать логически. Предположим на секунду, что все сказано этим мальчиком правда. Значит, ты король, верно? Верно. Понятно. Я пойду проверю, что там, а ты побудь тут. Короче, мы играем президентом США. Офигенно просто. Что тут происходит? Блин, ничего не понятно, реально. Как, что, почему, но... Но, блин. Офигенно. Выглядит все просто потрясающе. Этот замок, что-то я не припоминаю подобного места. Незаконное вторжение. Ни шагу дальше. И вы схватите его! По-моему, у нас... переворот планируется. Что за звук? Сюда. Так, обстоятельства, похоже, изменились. Они пришли за тобой, отойди. Ух ты ж, ё-моё! Неплохо, неплохо, мистер президент. А все атаки ближнего боя разделены на два типа. Быстрая, но слабая атака выполняется при помощи нажатия ЛКМ. И медленная, но более мощная атака при помощи нажатия ПКМ. Урон, получаемый в бою, зависит от силы ближней атаки у нападающего и защиты у обороняющего. Так. Понял вас. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо. Неплохо, боевка весьма приятна. Я бы даже сказал, очень приятно. Ты в порядке? Не приближайся. Сюда кто-нибудь, не дайте ему уйти. Блин, мелкий, разве глаза, бежать надо тебе самому. What? Что? Почему это мне? Hey. Ты еще не понял? Это государственный переворот. What? Что? Не может быть, государственный переворот? В моем королевстве? Эвана уже нашли? Да, с минуты на минуту ждем доклада о поимке. Так, здесь опасно, пора уходить. А? Понял. Я буду сегодня читать, у нас сегодня первый взгляд, поэтому все субтитры я буду читать вслух, а дальше уже посмотрим. Ударить по врагу в самый разгар приготовления к церемонии. Это воистину превосходный план, Ваше Величество. Но этот король Леопольд оказался крепким орешком. Такой, знаешь, типичный злодей, вот просто типичный. Я постепенно увеличивал количество яда, добавляемое ему в пищу, и тем не менее мы так отстали от графика. Лишь сейчас удалось приступить к непосредственной реализации нашего плана. Ничего, ничего, такой вариант развития событий тоже рассматривался. Все уверены, что король Леопольд скончался от болезни. Осталось только убрать мальчишку. Да, как только он будет устранен, власть полностью перейдет в руки Араттусов. И тогда наконец-то станет час завершения нашей миссии. Вот такой наш типичный злодей. Как надо. Ваше Величество, срочно донесение, цели удалось скрыться. Что это значит? Вы позволили ему сбежать? Эх, неважно. Переходим к запасному плану. Темный рыцарь, будь наготове.
Такой себе Дарт Вейдер мышиный. Вау. По-моему, все очень прям плохо. No. О, нет. Теперь понятно, откуда доносились взрывы. Hey. Кажется, ты говорил, тебя зовут Эван. Я Роланд Крейн. Нет, просто Роланд. Ты говорил, ты король этой страны? Да, в некотором смысле. Но как же так? Коронел ведь всегда был мирным королевством. Mm-hmm. Так оно всегда и бывает. В любом государстве где-то в закоулках таится зло. Mm-hmm. Что? Я ведь в своем мире тоже был схож с тобой в роли. All right. Поспешим. Нужно поскорее выбраться отсюда. Так. Слушай, я должен сказать, что боевка мне уже однозначно нравится. Картинка здесь тоже весьма приятная. Так, Т, чтобы открыть главное меню, во время боя главное меню недоступно. Задание, предметы. Так, окей, ладно, потом. Я в порядке, прошу вас, бегите, пока можете. Камера вверх-вниз не особо не поднимается, она постоянно центрируется в итоге. Выбрав нужного врага, нажмите центральную клавишу мыши. Вы сможете сфокусировать атаки на выбранной цели. Короче, таргет. А при нацеливании нажимайте колесико мыши, чтобы переключить между противниками. Окей. А, он меня покоцал. Так. Продвигаемся дальше. То есть вот камеру опускаешь, она центрируется. Поднимаешь, она тоже опускается в итоге. Окей, ладно, привыкнем. Привыкнем. О, на shift можно. Роланд, подожди. А, посмотри внимательно на этих солдат. На них. Видишь, они одеты в красное. Это форма элитного отряда. Понятно, сейчас нам лучше с ними не связываться. Да, если бы только Альми была здесь. Альми? Yes. Да, ее зовут Альми. Она очень сильная, а еще она добрая и знает все-все на свете. Если бы она сейчас была с нами, она бы одним ударом раскидала этот отряд. Правда? Если она такая сильная, то с ней обязательно все будет в порядке. Но сейчас нас лишь двое, ты и я. И сражаться с ними плохая идея. Стелс! Так, пойдем за кустами, короче. Тихо, пройдем в тени кустов. Осторожно. Так, тихо. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Так, подождем, пока он отвернется. Еще чуть-чуть, да я вижу, что еще чуть-чуть. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо. А ты-то что повернулся? Должно быть, воображение разыгралось. Ты знаешь, как в этом, в Скайриме. Наверное, это крысы. Отлично, получилось. Кое-как проскользнули. Да мы не кое-как, мы отлично проскользнули. Все как надо. Этот замок похож на лабиринт. Все коридоры одинаковые. Мне Ами говорил, что это специально сделано, чтобы запутать внешних врагов. Да. Имело бы смысл, если бы враги были внешние.
Используйте М, чтобы проверить ваше местоположение, недоступно во время боя. Окей, ладно. Так. Ай! Мы в ловушке. Да ладно, все нормально. При удержании Ctrl персонаж будет блокировать атаки противников. Это снизит урон, наносимый персонажу, однако ограничит его передвижение. Используйте блокирование, когда невозможно уклониться от атаки противника. Это позволит вам выиграть время перед контратакой. Stop right there! Так, подожди, давай-ка мы Бириком с тобой разберемся, а уже потом будем там блокировать. Так, неплохо. Вот они. О, это маг. Вперед, взять их. Что? Подкрепление? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я тебя поколдую сейчас. Блин, у меня же реально пистолет есть. Да, вы гоните. Да все нормально, не переживай. Так. Альмина. Я рада, что с вами все в порядке. Да, Роланд спас меня. Роланд? Давайте немного отложим знакомство, сейчас нужно разобраться с ними. У президента сегодня очень насыщенный день. При нажатии Shift вы можете уклониться от атаки противника. Во время атаки есть лишь одно мгновение, когда можно уйти от нее, не получив урона. Поэтому всегда старайтесь предугадывать действия противника. Да ладно. Все нормально, меня покоцали, но все нормально. Я живой, это самое главное. Пара царапин. Thanks. А вовремя помощь подоспела. Спасибо, Альми. Не стоит благодарности, я должна была найти вас раньше. Но как они могли напасть именно сегодня, в такой важный день? И все-таки, кто вы такой? Вы не похожи на жителя этой страны. Как вам удалось пробраться в замок незамеченным? Меня зовут Роланд, и я сам не понял, как мне это удалось. Я просто очнулся в этом замке. Роланд спас меня от гибели, я обязан ему жизнью. Ну, так уж получилось. Раз Эван так говорит, я не посмею усомниться. Прошу прощения, меня зовут Альми. Я служу Эвану с самого его детства. Насколько я могу судить, ты не просто служанка, ты настоящий телохранитель. Да, это правда. Но мне не приходилось им быть до сегодняшнего дня. Альми, что происходит? Бывший соратник короля, Крыса Леон, устроил заговор, ваше величество. Он охотится за вами. Крыса Леон? Я побеседую с этим Крыса Леоном, это нужно прекратить. Вряд ли устроивший заговор собеседник внемлет каким-либо доводом. По всем признакам, это тщательно спланированный государственный переворот, и если ты пойдешь к нему, тебя непременно убьют. Но... Альмина, есть ли безопасный способ выбраться из замка? Воспользуйтесь секретным ходом, ведущим в систему подземных каналов под замком. А об этом проходит даже среди обитателей замка, мало кто знает. А та дверь приведет нас к нему. Отлично. Выдвигаемся в таком случае. Ваше Величество, с вами все в порядке. Да, все благодаря Альмине и Роланду. Здесь не видно следов сражения. Да, судя по всему, цель Крыса Леона, его величество Эван. Это часть замка вдали от королевских покоев, поэтому солдаты сюда не добрались. Все, кто не может сражаться, как мы, или ранен, прячутся здесь. Вероятно, они знают, что мы здесь. Отсюда нет выхода. Мы здесь как пленники.
В таком случае я не могу здесь оставаться, иначе я навлеку опасность на всех. Ваше Величество. Я не знаю, пригодится вам это или нет, но прошу, возьмите. Получен предмет. Вы получили 5 целебных двулистников. Большое спасибо. Если вы не уверены, как использовать эти травы, вернитесь ко мне, я вам объясню. Хорошо. Так, погнали. Клавиша 1, чтобы использовать себя с помощью целебных трав и тому подобное. Понял, окей. Так, пока что надо бежать. Причем бежать быстрее. О, нет, это же... Быстро прячьтесь, оба. Это был не звук игры, если что. Прошу прощения, будильник сработал. Что там? Тс, темный рыцарь. Пока темный рыцарь там, не будем рисковать, прежде переждем немного в этой комнате и понаблюдаем за ним. А что за темный рыцарь такой? Он отличается от других солдат. Это тайное оружие Кресселиона. К сожалению, о темном рыцаре мало что известно, лишь то, что он обладает страшной силой благодаря использованию запретной магии. А одно здесь можно сказать точно, наши шансы на победу в битве с ним равны нулю. О, если даже Альми, он не под силу. Тогда нужно как-то пройти мимо, избежав битвы с ним. Верно, нам нужно немного замаскироваться. К примеру, вам бы не помешало переодеться. А? Опа, хорош, реально хорош. Ну как? Вы получили одежды защитника. Здорово, тебе идет? Я рада, что нашлось что-то подходящего размера. А еще вам понадобится вот это. Похоже, у вас такого нет. А что это? Это кольцо-арсенал для хранения и ношения оружия. Оно позволяет владельцу носить с собой набор из нескольких видов оружия, а также пользоваться всеми его эффектами. Ого, оружие в таком маленьком колечке? К примеру, пока вы не поместите свой меч в кольцо, вы не можете использовать его полную силу. Я дам вам еще один меч, поместите и его в кольцо. Так, железный меч. Тогда я сделаю это прямо сейчас. А если у вас есть еще какое-нибудь оружие? У меня есть пистолет, но закончились патроны. Это не проблема. Оружие, помещенное в кольцо арсенала, не нуждается в перезарядке, будь то патроны или стрелы. Что? Даже такое бывает? Попробуйте поместить ваш меч и пистолет в кольцо арсенала, которое я вам дала. Так, это уже интересно. А в главном меню вы можете открыть меню снаряжения. А во вкладке оружие вы можете добавить ваше кольцо арсенал до 3 видов оружия ближнего боя. Во время битвы вы можете переключаться между оружиями, помещенными в кольцо. Однако вы можете добавить только одно оружие дальнего действия. А во вкладке снаряжения вы можете выбрать доспехи, обувь, ожерелье и кольца. Не забывайте, что предметы обладают физической и магической защитой. Во вкладке умения вы можете настраивать палитру навыков. Назначив заклинания и уникальные навыки для каждого из персонажей, вы будете без промедления использовать магию во время сражений. Стоп, не то. Вот так. Предметы. Стоп. Так. Железный меч. Ратусский меч. Железный меч будет покруче, кстати говоря. Снаряжение. Параметры персонажа. У вас всего 5 параметров, определяющих его силу. Ближняя атака, дистанционная атака, магическая атака, физическая защита и магическая защита. Значения этих параметров определяются базовыми способностями персонажа и экипированными снаряжением. При этом каждый из героев может носить свой тип оружия, снаряжение, аксессуары,
универсальный для всех. Так, так, железный меч, ратуский меч, пистолет. Все, готово. Поместив несколько видов оружия ближнего боя в колесо арсенал, вы можете переключаться между ними с помощью клавиши F. У вас может быть множество причин для смены оружия. Главная цель заключается в том, чтобы всегда стремиться использовать то оружие, уровень заряда которого заполнен как можно ближе к 100%. Уровень заряда оружия отображается рядом со значками оружия в левой верхней части экрана. Шкала пополняется с каждой вашей успешной атакой. Вы можете выбрать один из трех режимов переключения оружия. Ручной, полуавтоматический по умолчанию и автоматический. А в ручном режиме вам необходимо нажимать F каждый раз, когда вы хотите сменить оружие. Этот режим для продвинутых игроков, которые хотят добиться максимального контроля. В полуавтоматическом режиме ваше оружие самостоятельно выбирается из оружия с максимальной силой атаки или шкалой силы после использования навыков, но при этом у вас также есть возможность сменить оружие вручную. Ну, в автоматическом, понятно. А вы можете изменить настройки смены оружия в меню снаряжения. Или во время боя с помощью кнопки X. Найдите режим, который... Ну, понятно, короче. У уровня заряда есть и другие особенности, о которых будет поведано немного позже. Для начала нужно выучить несколько навыков. Так. Отлично. Если заранее поместить в кольцо арсенал несколько видов оружия, то можно переключаться между ними во время боя. Как только вам удастся добыть еще какое-нибудь оружие, не забудьте поместить его в ваше кольцо. Thanks. Хорошо, понял. И еще, Эван, возьми вот это, пожалуйста. Комплект снаряжения Эвана. Что это? Я собрала для вас базовые наборы вещей, которые могут пригодиться вам в ближайшее время. Кольцо арсенал там тоже есть. Пока я с вами, я буду защищать вас. Но никто не знает, что нас ждет впереди. Эван, может случиться так, что вам придется защищаться самостоятельно. Альми. По всему миру разбросано множество так называемых путевых камней. Остается загадкой, кто тоже оставил все эти камни. У путевых камней вы можете мгновенно восстановить очки здоровья и ману всех своих персонажей, а также исцелить их. Будьте спокойны, с вас не потребуют за это деньги. В местах, где вы можете сохраниться из главного меню, воспользуйтесь путевым камнем для этого. Где вы не можете сохраниться из главного меню, воспользуйтесь путевым камнем для этого. Заметив такой камень, взгляните на него поближе. Alright. Окей. А я хочу сохраниться. Да. Давай посейвимся. Да, вот это вот мы перезапишем. То я немножко гонял пресс-версию, поэтому там чутка было качано. Так, нам пора выдвигаться, если я не ошибаюсь. Куда он делся? Отлично, темного рыцаря не видать, это наш шанс. Да, но там полно элитных солдат. Логичная стратегия в такой ситуации — охранять все входы и выходы. Чтобы попасть в систему подземных каналов под замком, нужно пройти по коридору с противоположной стороны. Тогда нам придется пройти напролом через этих ребят. Воу-воу-воу! Новый уровень. Так. Синие нубы, красные реально опасные. Хорошо, что Эльмина с ними разобралась. Они так больно били.
Обычная комната. Здесь должен быть спрятан рычаг. Блин, такой накал событий. Я никогда его не видела, но я полагаю, он может быть в этой полке. Gosh. Ого, вот это да. Ну, надо же, как в кино. Now. Так, ладно, как в кино. Погнали, как в кино. Нет времени объяснять, что такое кино. Надо двигаться дальше. Здесь темно. Смотрите под ноги. Так, что такое? Что происходит? Альми. Почему Красолион устроил государственный переворот? Это потому, что я стал королем? О, господи. No. А, боюсь, Иван, это не твоя вина. Тьма уже глубоко пустила корни в этом королевстве. Насколько я понял, здесь существует некоторое противостояние рас, не так ли? Yes. Да. В этом королевстве живут бок о бок Раттусы и Сильверстроссы, с давних времен питающие неприязнь друг к другу. Во время правления короля Леопольда воцарилась эпоха толерантности, но не все шло так гладко. Отец. Король Леопольд скончался совсем недавно. И сразу после этого начался государственный переворот. Значит... Эван, я должна кое-что рассказать вам. Покойный король Леопольд был убит Крысолеоном. Как? Как так? Отец был убит? Он ведь умер от болезни. Мне удалось заставить одного из подчиненных Крысолеона проболтаться. В пищу понемногу подмешивали слабый яд, постепенно подрывая здоровье короля. Убийство, замаскированное под болезнь. Должно быть, они планировали это долгое время. Но... Эван, я понял, что тебе тяжело слышать это. Но сейчас не время предаваться печали. Нам нужно идти. Крысолеон моего отца. Так. Подземные каналы впереди. Смотрите под ноги. Воу! Смола какая-то. После начала сражения пространство вокруг вас изменится, и вы не сможете покинуть зону битвы до полной победы над всеми противниками. Если вы хотите спасти Бексон, двигайтесь к краю поля битвы. Когда шкала спасения заполнится, вы сможете сбежать. Если вы продолжите сражаться и или получать урон, то шкала обнулится. Мы лут собираем, круто. Железная руда. Слушай, тут куча ништяков. Я думал, что стоит нам только проникнуть в систему подземных каналов, и остается только добраться до выхода. Но при нынешнем раскладе это вряд ли удастся. Да, солдаты нас, конечно, тут не обнаружат, но при наличии такого количества монстров расслабиться не удастся. Роланд, вы уже освоили кольцо арсенал. Думаю, вы теперь вполне можете научиться пользоваться базовыми умениями. Умениями? Да, закройте глаза и сконцентрируйтесь. А выучен навык. Роланд выучил заклинание «Рассекающий удар». Что это было? Немного магии. Я сняла ограничение, которое мешало вам высвободить свою скрытую внутреннюю силу. Теперь вы можете использовать умения. Они пригодятся вам в бою. Нажимайте 1, 2, 3 или 4, чтобы активировать умение, выбранное на панели навыков. Вы также можете нажать Tab, чтобы проверить текущие настройки панели навыков. Использование умений потребует определенное количество маны. У каждого персонажа есть своя шкала маны. Во время сражения с противниками мана постепенно накапливается. Используя умение при полностью заполненной шкале силы оружия, вы можете значительно усилить их эффект. Результат будет зависеть от используемого навыка.
Шкала силы вашего оружия опускается после использования умения. Вы можете подождать, пока шкала силы оружия вновь заполнится, или сменить оружие на другое с наполненной шкалой. О, боже, сколько же информации-то! Чем больше вы сражаетесь, тем разнообразнее будут становиться доступные навыки. Итак, попробуйте теперь воспользоваться умениями в битвах с монстрами. С монстрами. Так. И давай сейвимся. Отлично. Тут полно ништяк. Сундук. Я хочу его забрать. Я хочу забрать этот сундук. Так, ну победа, отлично. Так, стопэ. Железный меч. Хо-хо-хо, еще один. У меня уже, правда, есть, но... Я полагаю, ништяки лишними мне уж точно не будут, поэтому я, пожалуй, пробегусь, пособираю. Смола зачем-то, ума не приложу, правда, зачем, но, пожалуй, это все нужно. Так, забираем, забираем все. Надо, конечно, блоки ставить. Я что-то как-то слишком на пофиг такой, знаешь, на расслабоне. Если сейчас где-то будет более серьезный противник, то будет беда, беда. Отлично, победа, третий уровень. Так, я видел там проход, то мы сюда и пойдем. Все, забираем. Я, по-моему, какие-то монетки еще собираю. Я не совсем уверен, но, по-моему... А еще, по-моему, я куда-то не туда пошел. О, тут сундук. Кайф. Все, залутываем, короче, все, что есть. Хлеб. В подземелье. Румяный хлеб. Он уже дубовый должен быть, ну да ладно. Так, а что у нас? По идее, где-то там я должен пройти. Там проход. А, так вот и проход, собственно. Что-то я его как-то не сразу заметил, но да ладно. Sure.
По-моему, это деньги местные. Так, еще сундук. Лечебная трава. Победа. Прекрасно. Альми действительно хорошо справляется со всеми противниками, в принципе. Без каких-либо проблем. Масса ништяков. Теперь давай дальше. Куда там нам? Блин, нам на ту сторону. Ну, там, по-моему, как бы моста типа нету. Или нас это не остановит? Там все мелочевка, поэтому погнали дальше. Альми, как дальше пойдем? Как так? Тут явно был взрыв. Плохо дело, они знали, что мы будем здесь. Вот вы где, ваше величество, Эван. Окажите услугу, созвольте умереть здесь и сейчас, на этом месте. Леон, право на трон, столь долго принадлежавший вашей династии, здесь и сейчас придет ко мне. Эта подземная система канала станет вашей могилой. Что ж, наши мышки угодили в мышеловку. Стараюсь выиграть для вас время. С таким противником, как рыцарь, нам не справиться. Альми, как же так? Эван, вы последняя надежда Корнелла. Ваша жизнь не должна оборваться так. Блин, местами я не успеваю дочитать. Нелла! Похоже, нам удалось выбраться. Альми, мы должны помочь Альми. Успокойся. Если ты сейчас вернешься назад, значит, она погибла напрасно. Погибла? Напрасно? Погибла? Альми. В любом случае, мы уже не сможем вернуться назад. Так, сюжетный квест обновлен. Тихо. Что-то вас многовато, вам не кажется, товарищи монстры? Ух ты ж, блин, это болезненно, у него почти пол хп нету. Пистолет есть, почему я им не пользуюсь? Оружие дальнего боя как-никак, было бы удобно. Я, по-моему, проморгал тот момент, когда меня учили пользоваться пистолетом, хотя, возможно, этого еще и не было. Сундук. О, тут их несколько.
Хо-хо. Отлично. Давай вскроем это. Вы получили абордажную саблю. Интересно, она намного круче. Тут три сундука, а не два. Ароматерапия. Не знаю пока что это, но что-то прикольное. И хилочка. Так, стопули, стопули. Давай-ка мы теперь вот что сделаем. Снаряжение. Угу. Это у меня столько оружия. Нифига себе. Тогда мы возьмем абордажную саблю огня. Железный меч мы заменим на железный меч огня. А ратусский меч мы заменим на просто железный меч. Офигеть, просто офигеть. Так, захиливаемся и сейвимся. Погнали. Эй. Я чувствую легкий ветерок, похоже, выход там. Что за... Ох ты ж ебу... А Дарт Вейдер-то как тут оказался? Темный рыцарь. Безжалостный преследователь. Окей. Познакомься с моим... пистолетом. Не-не-не-не-не-не, чувак. Происходит. Ой, не к добру, ой, не к добру это. Он уже готов? Ой, я сомневаюсь. Ой-ё, нет, он не готов. Вторая фаза. Ох. Ну все, приехали, ребята. Пиши пропало. Я его практически не сношу. Да ладно, чё, уже третья фаза, я только начал. Альми, как так-то? Ох, попал, как хорошо, красавчик. Слушай, стрелковая подготовка и боевая у мистера президента просто огонь. Альмина, держись. Блин, то, что он говорит, и то, что написано, совершенно разное. But
In our time together, I've come to think of you as... I know, Nella! I know! I had hoped I would live to see it. To see you grow into the ruler. I know you will be. But... I can't! I can't do it! Not without you. I can't! Of course you can. You have a good heart, Evan. I can see it. You'll be the kindest king, with the happiest subjects there have ever been. Farinella! You have to be strong, Evan. You have to build a kingdom where everyone can live happily ever after. No. Nella! Don't leave me! Nella! 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 I'll do it. I'll try. For you, Nella. We'll build a new kingdom. Where everyone can be happy. I hear something! This way! Is it there? Evan, we have to leave. Nella! Что-то я даже не ожидал. Трогательный весьма момент. What's the matter, Evan? Эван, что ты так опечален? Даже не спрашивай, я потерял очень близкого мне человека. А ведь я думал, что она будет со мной всегда. Вот оно как, мне очень жаль. Но послушай, на смену расставанию обязательно придет и новая встреча. Встреча? Именно. Потеря близкого человека — это очень печально. Но ведь была и новая встреча, так ведь? Впереди тебя ждет еще больше новых встреч с самыми разными людьми, и среди них, несомненно, будут те, кто станут близкими тебе. Жизнь — сложная штука. Расставаясь с любимыми, встречая кого-то нового, мучаясь в сомнениях, мы шаг за шагом движемся вперед. Наверное, так оно и есть. Прости, слишком пафосно, видимо, прозвучало. Но этому меня научил один замечательный человек. Замечательный человек? Ладно, мне пора. Я загляну как-нибудь снова. До встречи. Пока. А вот опять-таки Эван говорит «Подожди!», а написано «Пока!». Все. Hey. Проснулся наконец. Я видел странный сон. Похоже, это был не кошмар. И то хорошо. Ну что ж. Роланд, ты куда? Хочу немного отвлечься. Пойду развеюсь. Пойдем со мной поговорим. Хорошо. Сюжетный квест обновлены. Смерть Армина. Отправляйтесь к Роланду. Господа, ну что ж, я думаю, первый взгляд на этом смело можно заканчивать. Мы даже сделаем вот правильный, так сказать, сейф. Вот так. Хотя игра вроде как сохранилась, но на всякие пожарные нам же ничего не мешает, правда ведь. А вот сюда. Отлично. Все. То, что надо. Игра просто бесподобна. Она очень хорошо выглядит. Она с прекрасной анимацией. Хорошая боевая система. Это не пошаговая боевка, что меня очень порадовало. Сюжет, начало сюжета. Блин, начало истории просто невероятно интересно. Интересно, что будет дальше. И местами реально трогательно. Очень даже... То есть вот тут не поспоришь. Надеюсь, вам очень понравилось. Если это так, то поддержите, пожалуйста, этот ролик лайками. Порекомендуйте его своим друзьям. Не знаю, но было бы очень круто.
И, собственно, мы с вами к этой игре обязательно вернемся, но на нашем Twitch-канале. Я думаю, мы сделаем это прямо завтра. Так что обязательно перейдите по ссылочке в описании и подпишитесь на Twitch, чтобы не пропустить стримы. Ну а на этом мы заканчиваем. Ни на Куни 2 это просто шикарная игра, которая, чувствую, сможет затянуть надолго. Удачи, друзья, и приятной игры. Пока-пока.